апелляционную жалобу ответчиков мистер Софьи Вадимовны, мистера Егора Викторовича на решение Индустриального районного суда города Барнаул Алтайского края от 23 ноября 2020 года оставить без удовлетворения. Таков вердикт Алтайского краевого суда на историю, в которую попала супружеская пара Софья и Егор Мистер. В конце 2019-го супруги купили квартиру в спальном районе краевой столицы. Через некоторое время выяснилось, что свыше 3 миллиона рублей они заплатили в пустоту. Мы уже тут планировали ремонт. В один из вечеров к нам приходит женщина, постучалась в дверь, все. Говорит, я собственница. Вы, говорит, квартиранты. Мы сначала говорим, нет, мы, наверное, куда-то ошиблись, квартиры. Она, нет, все, 69-я. Я собственница квартиры. Мы говорим, ну, мы ее купили. Она говорит, как так? Я ее сдавала. Я очень долго лечилась, если честно, у невролога. У меня онемевала просто вся левая часть. И до сих пор, и даже будучи беременной, лежала на сохранении. Оказалось, последние арендаторы без ведома собственницы подделали ее паспорт. Затем продали квартиру перекупщику, он, в свою очередь, Софье и Егору. Настоящая хозяйка квартиры подала на супруга в суд и выиграла. Софья и Егор подали апелляцию, но краевой суд лишь укрепил решение Индустриального суда. В зале краевого молодые люди сегодня не присутствуют, стараются оградить себя от негатива. Через пару недель у них родится первенец, а вот адвокат семьи прокомментировал судебный вердикт. Квартира подлежит передаче. Мы на сегодняшний день еще проживаем в этой квартире, но со стороной будем договариваться относительно способа передачи, сроков передачи. Сторона ведет себя адекватно, как бы противоправных действий по принудительному выселению не предпринимает. Адвокат также пояснил, что в дальнейшем будет направлен иск перекупщику, который изначально не проверил достоверность документов продавцов. Семья также пытается взыскать компенсацию с государства в размере причиненных убытков, так как недвижимость изначально выбыла из собственности незаконным путем. Мы продолжим следить за этой громкой историей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.